По-настоящему торжественный момент, которого жители микрорайона особенно ждали. Теперь жители Новой Самары под надежной охраной. Первый опорный пункт полиции открыт 17 ноября, в день образования службы участковых уполномоченных полиции. Не надо искать ни телефон, ни ехать в райотдел куда-то там, территориальный орган отдаленный. А здесь, на микрорайоне, подойти и обратиться со своими проблемами, с теми заявлениями, сообщениями, которые будут в свое время приняты, зарегистрированы и рассмотрены. Опорный пункт полиции разместили в одном из жилых домов в первом квартале микрорайона, в шаговой доступности от населения. Помещение отремонтировали и оборудовали по всем современным стандартам. На входе установили пандусы для удобства маломобильных граждан. Работать в опорном пункте будут участковые посменно до 10 часов вечера. Кроме того, во вторник, четверг и субботу здесь будут проводить прием граждан. Обеспечение непосредственно безопасности ложится на наши плечи. И чем мы ближе находимся к людям, тем адекватнее и быстрее окажется наша реакция на безопасность. Планируется, что в будущем в микрорайоне Новая Самара будут проживать до 25 тысяч жителей. Исходя из этого, развитию инфраструктуры, строительству дошкольных, общеобразовательных учреждений и объектов социальной сферы в администрации Самары уделяют особое внимание. В 2018 году здесь открылся детский сад, а в 2021 в эксплуатацию была сдана школа, которая в том же году приняла своих первых учеников. Опорный пункт полиции стал первым в микрорайоне. Было многократное обращение граждан по поводу организации пункта полиции, который будет непосредственно в близости от жилья, чтобы любой гражданин имел возможность там в кратчайшие сроки обратиться со своей проблемой в пункт полиции. Он очень важен как и для работы администрации, так и для населения, потому что участковый уполномоченный, конечно, должен иметь наикратчайшую там связь с людьми. Свои первые вопросы жители микрорайона Новая Самара начали задавать сразу же после открытия опорного пункта. Один из жителей обратился с просьбой установить дорожные знаки вблизи детской площадки. В решении этого вопроса полицейские пообещали помочь. Ведь о безопасности самых маленьких жителей города нужно думать в первую очередь. Ольга Павлова, Николай Сидоров. События.